Друзья, здравствуйте! Как и обещала, показываю расцветший грамматофилум скриптум. Очень красивое растение, просто потрясающее. Вот реально у меня была мечта его зацвести. Ну, цветение его я видела вживую, но когда он цветет у тебя лично, это что-то. Он еще не в полном распуске. Я насчитала 97 цветочков. Ну, не все распустились. Я уже не выдержала. Попробую подойти поближе. На фоне руки соцветие само. Оно очень большое, очень красивое. Цветочки где-то по сантиметра 4. Такой темный, красивый. Для самих тайландцев это, наверное, ничего особенного. А для нас это просто произведение искусства. Вот такой красавец. Не пахнет. Цветонос рос достаточно быстро. Тут у меня еще в этом видео хочу заснять цветение Катлея Леопольди Dark Show на Девиану. А снять ее на фотоаппарат просто не получается. Ну, вот она бьет постоянно красный тон, хотя она очень красивая, и прожилки имеет, и губу такую вот фактурную. Камера ее берет. И вот она тоже у меня распустилась. Не в одну сторону смотрят цветы, поэтому некрасиво для фотографии получается. Только на видео. Ароматная, сильно пахнет. Мне пахнет розами. Вот такая вот. В жизни очень красивая. Да, я сейчас даже отсюда чувствую ее запах. Вот такое вот растение, оно двулистное. И тут еще на этом видео засниму. Расцвела у меня морковка, она у меня уже много лет. Каждый год она цветет. Потом я засниму ее бирочку. Это сушная морковка. Красивый, имеет крупный цветок. Легко цветущая, как и все катазетумы. Но в этот раз у нее 5 цветочков. Но цветочки крупные. Вот ее бирочка. Она, по-моему, приросла. Да. Ладно, оторвали. Вот такая вот. Ну, вот такое вот цветение трех разных необычных орхидей. Пока-пока!